Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть вновь. После первого посещения приходили люди и спрашивали, как такой человек мог прийти сюда, и им было очень это приятно. Но это не удивительно, потому что что я должен летать как ангел? Ну, когда бестелесный, тогда уж никуда не попадаешь. А здесь что, чем плохо-то? Я же объяснял все в той ситуации, потому что книжных магазинов полно, что меня удивило. В Саратове действительно много, студентов тьма, молодежи полно. А заходишь в эти книжные магазины, там не хочется называть авторов, но читать это могут только там сильно пострадавшие головой бабушки. То есть читать нечего. Людям же что интересно в первую очередь? То, что в моих книжках. А я обращаюсь конкретно к человеку и даю инструменты. Я ж не даю, как некоторые, прости господи, дамочки-писательницы, рецепт того, как жить. А я даю инструменты, с помощью которых можно или испортить себе жизнь окончательно, или, наоборот, ее изменить в лучшую сторону, для того, чтобы просто понимать, что у тебя происходит в голове. И, в общем-то, люди, которые здесь покупают, в том числе, вот этот разнообразный товар, они как раз почему появляются здесь? Не только для того, чтобы выпендриваться, как я говорил в прошлый раз, а для того, чтобы пытаться разобраться в себе. Мне кажется, в этом дело. Но вы в этом отношении получаетесь чем-то вроде проповедника, поскольку вы ориентируете их. Я бы сказал, проводник между реальностью, которая нас окружает, и то, что происходит здесь, это, ну, без преувеличения будет сказано, фантастическое место, где все, приходя сюда, понимают, что окунаются в другой какой-то мир. Свой, для каждого индивидуальный. А ваши труды и ваши книги, они дают раскрыть более обширное понимание того, что в них это все скапливается. Ну, речь идет о том, что у нас скапливается все очень много в мозгах. И все, на самом деле, человеческие проблемы, они от мозга. Там, ну, есть, конечно, некоторые венерические болезни очень полезные, которые не от мозга. То есть тоже от мозга, но уже от чистой глупости. Потому что сразу же видно, так сказать, кто является инфекционной бомбой. Поэтому на самом-то деле большинство заболеваний у нас в голове. И болезни, и проблемы с самовыражением, и даже с самыми главными занятиями в жизни. И отсюда, собственно говоря, все идет. И чем лучше человек разбирается в себе, тем проще ему найти место под солнцем. Вот у меня приятель, недавно ушедший из жизни, Доренко Сергей. Вот он, например, был большим любителем маек разных таких вот. Именно таких, которые есть у вас. И он их таскал в огромных количествах каждый день и на работу. И несмотря на то, что он был главным редактором «Радио говорит Москва», он все время приходил вот в таких майках, которые, я бы сказал, вызывали некоторые вопросы, в том числе в других бы каналах. Вот он был большой любитель, и ему очень нравилось это все. Ну, вот. А есть люди, которые их носят редко. Но это вопрос самокопания, потому что он, например, все мои книжки прочел в свое время. И даже комментировал. Хотя вот у него эстетические представления такие, что на работу можно ходить в майке там с черепами и скелетами и быть главным редактором одного из крупнейших московских вещательных каналов. То есть на самом деле это очень индивидуально, как и наши мозги, собственно говоря. Приравниваются все люди к одному, к голове, соответственно, все, что идет с головы, можно это все концентрировать и превращать в какое-то другое понимание жизни. Тем самым ваши труды, они позволяют это раскрыть, ту многогранность и ту неописуемость порой, которую мы таим в себе очень многое время. И с помощью таких мест люди познают другую сторону себя, другую сторону жизни. Тем самым, я так думаю, украшая свою жизнь и понимание, мировоззрение. Ну, конечно, потому что чем мне еще некоторые зрители спрашивают, а чем меня привлекают такие места? А очень просто. У вас есть какие-нибудь критерии
уважаемые слушатели, оценки той же самой музыки, которой здесь посвящено очень много места. Гармония-то как, в чем заключается? А гармония заключается в том, что у вас нет критериев гармонических оценок сложной музыки. Даже такой, которая вот здесь вот иллюстрирована. Посмотрите, в Московской консерватории она ломится от слушателей. Я вас умоляю, там собирают, едва-едва собирают аудитории больше, чем сами выступающие. И это место, куда было когда-то невозможно попасть. А вот эти ребята собирают огромные залы. И не только из-за рекламы. Дело в том, что человек не может понять, что ему нравится, а что ему не нравится. И когда ему предлагают выбор, он почему-то идет не в консерваторию. Понятно, что там нужна подготовка, образование соответствующее, но оно не у всех есть. Людям надо просто жить и деньги зарабатывать. Просто чтобы жить. Поэтому они выбирают интуитивно то, что им кажется для них всего ближе. Ну, такое значит такое. Ничего в этом плохого и криминального нет. А то, что в совдепе, фуражечку, которую он бейсболку надел, издевательским гербом, вот этот, серпом и молотом, у нас не было и было запрещено, но это идиотизм начальников, который, в общем-то, в России продолжается до известной степени. Мне кажется, так. А как вы думаете? Да, все, что внутренне тайное, становится явным. Соответственно, это время, которое сейчас мы переживаем, она насыщенная и обогащенная. Человек начинает познавать все больше и больше, тем самым себя углублять. Но, вернувшись сюда, мы притрагиваемся к какому-то прошлому, к какому-то нынешнему, к какому-то будущему. Какие-то старые чудаки вроде меня, когда видели там Сережа Доренко, который носит майки, нам этого не хватало. Понимаете, у нас там перепечатывали эти фотографии Битлз, таскали кассеты, там подпольщики, которые записывали всякие модные музыкальные группы и прочие, там продавали в Москве около ГУМа, значит, целый бизнес был. Причем они с друг другом, как настоящая мафия, конкурировали. Все это было завлекательно интересно. Но этого не добрали, поэтому иногда такие дедушки вроде меня вдруг ходят в таких майках. Это в детстве не хватило. Понимаете, ну что сделаешь, так бывает. А сейчас молодежь, конечно, побольше права выбора и возможности выбора, поэтому здесь можно самореализоваться. И вот и на советском роке, и, так сказать, на советских предметах культа, ну, из того времени, так и на современных. Поэтому я надеюсь, что мои книжки лягут здесь лучше. Их, кстати говоря, я принес в том числе для любителей моих книжек. Здесь есть небольшое количество экземпляров книг по художественной фотографии, которые, может быть, кого-то заинтересуют, поскольку любители, я знаю, есть в том числе и в Саратове. Ну, я вам скажу, в первый день за 3 часа были полностью сметены ваши книжки. Соответственно, я даже составил тетрадку для записи людей. Люди ждут и хотят видеть вас, и хотят читать вас. И как бы вот это соотношение книги и картинки, оно многогранно. И мозг, он расширяет свои возможности и делает какие-то другие выводы, другие последствия, которые всегда здесь приветствуются. Потому что это творческое место, где творческие люди собираются, ну, то есть как бы своя... Ну, как сейчас говорят, тусовка. Да, тусовка. Ну, тусовка, это все хорошо. Кстати говоря, меня спрашивали, а будет ли здесь какое-то представление моих книг? Да, будет. Я надеюсь, что осенью, когда все, так сказать, устаканится окончательно, и книжки, раз мои, вызывают некий интерес, выйдет 2 книги. Я думаю, что будут презентации, в том числе и в этом замечательном месте. Ну, еще, наверное, в одном. Что будет сообщено дополнительно? Я, конечно, устрою и рассказ про книжки, ответы на вопросы и автограф-сессию. Так что, уважаемые господа и товарищи, ну это из бейсболки, ясно,
Те могут пока познакомиться с книгами в этом замечательном подвальчике «Рок-арсенал». А в будущем мы превратим культурные развлечения еще и в интеллектуальные. До новых встреч, друзья. До свидания. До свидания.